первый харьковский полумарафон состоялся. Это сильнейшие из сильнейших. Открывают, открывают они. Дмитрий, как всегда, первый. И в этом Дмитрий первый. В это время финиширует, финиширует еще один участник. Участник под номером... Под аплодисменты, под номером 185. Алексей Огурцов финишировал, а наши призеры готовы. Есть призеры. Тройка сильнейших мужчин, тройка сильнейших женщин. Поздравляем участников, поздравляем всех. Первый харьковский полумарафон состоялся. До встречи, но на третьем харьковском международном марафоне. На четвертом харьковском международном марафоне, конечно.